отправились на сборы. В Ленинском районе проводили новую группу резервистов. Все они станут участниками специальной военной операции. С раннего утра у военкомата собрались и сами мобилизованные, и их родные. В адрес будущих защитников звучало много теплых слов и пожеланий быстрее вернуться домой. Сами же бойцы рассказали, что уезжают в хорошем настроении. Многие из них уже имеют боевую подготовку и уверены, что их помощь сейчас очень нужна. Получается, это долг, конечно. Если призвали, значит, надо. А можно я? Скрываться не собираюсь. А с каким чувством вы сегодня уезжаете в Саратов? Ну, как, да с нормальным, как можно сказать. С позитивным. То есть настрой в целом позитивный? Да, в целом позитивный настрой. Настрой боевой. Мы надеемся на лучшее. Конечно. Все служат, думаю, я должен туда пойти. Все-таки я защитник своей родины. И это мой долг защитить его. Как отметили сотрудники военкомата, сейчас особенно востребованы такие специальности, как мотострелки, водители и снабженцы, которые будут работать в тылу. Всю необходимую подготовку, в том числе боевое слаживание, мобилизованные пройдут на базе регионального учебного центра. В этот раз почти половина резервистов – это добровольцы. Причем, чтобы стать добровольцем, не обязательно обращаться именно в военный комиссариат. Можно через госуслуги заполнить форму специальную, и военный комиссариат придет заявление автоматически. Мы вас пригласим и будем рассматривать в качестве добровольца. We'll be right back.